Надо бутылок просто меньше. Реально. Так, готовлю и тебя успеваю смотреть. Блин, готовить классно, реально. Я обожаю готовить. Утром просыпаюсь, у меня вообще офигенное утро проходит. У меня, наверное, утро самое счастливое время. Я проснулся, принял душ, музыку на всю включил, танцую, готовлю, блядь, пою. Была бы камера, можно было бы транслировать, вообще разъеб. Извините за мат, я не знаю, почему какое-то настроение сегодня материться. Но надеюсь, ухо не режет сильно. Я человек, я тоже матерюсь. Понимаешь турецкий? Ой, на самом деле я знаю несколько слов на турецком, и как бы мне, в принципе, достаточно, если честно. Вот, но я как бы не собираюсь тут жить, поэтому это пофигу. Получается, бутылок меньше брать. Так, Леша, как уйти со стабильной, хорошей компании, если понимаешь, что не твое, но постоянно дают повышение? Ну, значит, вы ценный сотрудник, вас ценят. Вот у меня сейчас, кстати, тема, я сегодня проходил, то, что мне не нравится. Корпоративное устройство, мотивация сотрудников. Это дифференциальная психология. Боже, как она, я даже не помню, как называется моя тема, которую изучаю, представляете? Там рассказывается о том, как компании хорошие пытаются удержать своих сотрудников, мотивируя их, так скажем, подкупая, чтобы они остались всякими плюшками. И вот вы сейчас написали, у меня сразу такой флешбэк. Слушайте, ну если не нравится, можете выжить до конца и уйти. А вдруг вам, может быть, вообще там повышение дадут серьезное. Главное разобраться, почему не нравится. И дальше можно уже так. Нужно ли девушке съезжать от родителей? Или лучше до замужества с ней под крылом? Ну ясно все. Я даже на это отвечать не хочу. Я вообще не считаю, что людям нужно... Вообще я считаю, что люди после 18 лет вообще не должны с родителями жить. Ребята, 18 лет, я понимаю, что сейчас возраст сместился. И да, сейчас люди взрослеют позже. Казалось бы, раньше, но нет, позже. Люди становятся самостоятельными где-то в 23 года. 23-24. Тогда только уже нейронные связи образуются, уже характер и все остальные дела, да? Но я считаю, что лучше всего съезжать от родителей в 18. Вне зависимости от пола, гендер вообще сейчас ни при чем. Никто вас там не притесняет, понимаете? Вот, поэтому 18 лет, все, погнали. Я не говорю о том, что вам нужно сразу на свои хлеба идти и не зависеть, там, знаете, денег не просить. Желательно не просить, но как бы если вы там студент или там что-то не... Ну, это нормально, что сейчас там до 25 лет родители помогают кому-то и дольше. Это нормально. Но жить с родителями шляпа полная. Не потрахаться. Никакого уединения, понимаете? Это же жесть какая-то. Я вообще не представляю, как можно с родителями. Я в 17 лет уехал, я мечтал свалить. Меня не могли потом родители к себе хоть как-то, хоть каким-то образом заманить обратно, понимаете? Я готов был на все, лишь бы не жить с родителями. Такая вот история. Так, вы что, это же не... Вообще, лучше жить в общаге какой-нибудь, чем с предками. Так, стоп, так, а если парень живет с мамой, у него своя комната, у нее своя, так, норм, когда парень, это еще печальная история. Слушайте, ну все субъективно. Если вас устраивает или этого парня устраивает, пусть живет. У меня однокласснику 32 года, я когда его увидел, мне стало, у меня, знаете, амбивалентные были чувства. Я видел, что ему стыдно смотреть мне в глаза. Ему очень было стыдно, потому что когда мы были маленькими, он был очень авторитетным пацаном. Я на него равнялся, он очень хорошо выглядел, он очень был физически крепок и подавал надежды, но что-то потом надломилось, видимо, и он сейчас живет с родителями, живет в этом Белоозерске, блядь, за Шмыганом, он прожигает свою жизнь в компьютерных играх, он просто избегает реальность, и это хорошо, что он не стал наркоманом или алкоголиком, мог бы спиться, вроде не спился, просто в компьютерные игры ушел, это еще лучше, ну, блядь, это же кошмар, и я чувствовал, что... Он на меня смотрел, и ему было стыдно, вот я прям ощущал это. А я на него смотрел, и у меня было, мне его было жаль, потому что классный был парень, я думал, он дальше пойдет. А с другой стороны, я где-то радовался за себя, чтобы я так не живу. И вот такие, знаете, амбивалентные чувства, и даже немножко перед ним тоже было неловко, потому что я себя, так скажем, над ним возвышаю, а это не так. Но я, конечно, за себя радовался, что я не выбрал такую жизнь, это, конечно, жесть. Это какая-то жесть. Так нельзя делать. Это, ну, если ему нравится, как бы, то его жизнь не моя. Так, лайки появились, прикольно, можно лайки, комментарии. Есть планы купить квартиру или дом? У меня есть квартира, ребята. Анна Богатова, я с квартирой, представляете? Я в 23 года купил себе квартиру в
хорошем районе Минска, вот, поэтому квартира у меня есть. Конечно, хотелось бы еще одну, но, скорее всего, я бы не покупал квартиру, я бы в крипту вложил эти бабки. Ха-ха-ха-ха. Вот так. Теперь все видишь, теперь видишь себя только на Бали. Ну, почему? Ну, пока вижу себя на Бали, да. Это мой дом. Я там себя хорошо чувствую, там у меня есть работка. Пока Китай закрыт, может, уже в Китай не попаду никогда. Поэтому Бали класс. Посмотрим, сколько там буду. Думаю, что безвылазно минимум год, а то и два. То есть я все равно, я такой человек, мне нужно на родину приезжать. Я все равно обожаю Минск. Для меня Минск очень важен. Мне важны люди. Мне важно, что меня в Минске любят. Я вот реально, для меня Минск очень родной город. Вот я без Минска не могу, честно вам скажу. Минск – это самое для меня благоприятное место, но одновременно и неблагоприятное, потому что там я постоянно в тусовке, и там празднества какие-то. Самые шикарные женщины, понимаете, куча внимания. Они еще и не высоко... Короче, друзья, в клубы приходишь, тебя... Короче, я не могу. Минск я люблю, но там не опасно находиться. Как объяснить? Вот никак. Обожаю, но не могу. Вот хочется и колется. Так. Да-да-да, кстати, Вик, сейчас блогер снимает у меня хатку. Надеюсь, что все будет хорошо. Парень вроде прикольный. Так, слышала, что миллион... Да мне вообще плевать, ребята, вообще, какой дом 2? С ума сошли? Милена, Сережа, какая разница вообще? Ребята, это, конечно, не ко мне вообще вопросы. Сколько лет прошло, вы мне задаете какие-то вопросы с людьми, с которыми я вообще никак не связан, никак не контактирую и не поддерживаю общение, как бы, это вообще не моя история. Так, привет. Ну, в общем, такие дела, пока что Бали. Очень хотелось бы там, кое-какие мысли есть по поводу Бали, как там можно бабок хорошо заработать. Сейчас много туристов приезжает, у меня был проект, я хотел делать VIP-туры, может быть, я его воскрешу, заниматься буду недвижимостью, есть пару клиентов классных, не буду говорить, что какие, чтобы не сглазить, потому что есть опыт, когда делишь шкуру неубитого медведя или там что-то прогнозируешь, потом, блядь, скажешь кому-то, и все, ни хрена потом не работает, и ты думаешь, черт побери, как бы... Ты понимаешь, что не от этого зависит, но все равно нотки вот эти сомнения прокрадываются. Вот. Такая история. Поэтому есть наработки. Самое главное, что там классные люди живут, которых я люблю, скучаю. Очень многие вернулись на Бали. Поэтому там все будет... Так, после твоих историй с Бали, думаю, сдать квартиру и поехать туда пожить. И как с работы эту иду? В 30 захотелось не бежать куда-то, а жить и наслаждаться жизнью. Какая ты умничка. Так и делай. Вообще, женщины... смотрите, есть кризис 30. На мне кризис 30 лет отразился моим образованием. Я понял, что я начинаю забывать некоторые вещи, то есть мой мозг стал немножко слабее из-за того, что я долгое время не учился. Так как там цифровое слабоумие из-за телефонов и всего остального. Да, я книжки читаю часто, вот, и много книг прочитал, но все же. Память не тренировал. И тут я подумал, что у меня еще не закрытый гештальт, что мне всегда хотелось помогать людям, заниматься психологией. У меня первое образование – дифференциальная психология. И я подарил себе вот образование, сейчас учусь, я вообще кайфую. Потому что в 30 лет у мужиков это еще все равно это про реализацию. У женщин 30 лет это про... У женщин в 30 лет обычно кризис наступает, когда они хотят уже жить в какое-то свое удовольствие, устроить свою где-то личную жизнь. Уже все-таки обзавестись семьей и наслаждаться жизнью. Не в показушной мере, типа там для мамы, для папы, а вот для себя. Поэтому тот период в 30, когда женщина, она уже начинает думать о себе в первую очередь. Она уже не всегда стесняется вот этого. Ой, на первом свидании сексом не занимаюсь. Ой, а тут это, а что подумают? В 30 лет женщине насрать. Она охуенно себя чувствует, она себе нравится. Ну, если здоровая женщина. Она смотрит в зеркало, такая, нифига, в 30-ку, пушечка. Она ходит на маникюрчики, она с мужчинами, она минимально мужика превращается. Если ей нравится мальчик красивый и молодой, она к нему сама может подойти. Она становится уверенной в себе, сильная, независимая, такая, что, я хочу, беру. Нету вот этих, ой, а так нельзя, а что подумают люди? Все, насрать становится. Это круто.
Но это не про всех история. Многие в 35 неуверенные в себе, забитые и ищут какого-нибудь мужика, чтобы он всю жизнь обеспечивал их, чтобы зависеть от него. Короче, вся вот эта сказка про принца на белом коне у многих до старости играет, они до старости бегают, кого-то там ищут. Кому-то везет, а кому-то нет. Просто все всегда говорят только о победителях, а проигравших нет. Ну, ребят, давайте правде в глаза смотреть. Проигравших гораздо больше. Миллионеров очень много, представьте, сколько не миллионеров. Вот эта статистика, нужно всегда сопоставлять. Вот, короче, едем дальше. Так, вниз, вниз, вниз. Что вам дало написание книги? Я сверху рассказывал, ребят. Так, Леша, как ты думаешь, нужно ли иметь существенный физический недостаток или женщины быть уверенной в себе, не лишний вес? Конечно. Смотрите, как вообще мир устроен. И как устроен баланс, если вы в это верите? У каждого человека от природы, я несколько книг, я вам не могу сейчас вспомнить книги, но это и мой эмпирический опыт, который я прожил, да, за свой такой 30-летний век. А я был в многих странах, с разными людьми общался. Как бы у меня, по-моему, опыт уже довольно-таки хороший. Короче, я вам так скажу, что человеку от природы даны некоторые таланты и некоторые недостатки. И если у человека есть какой-то определенный недостаток, физический, не физический, он всегда компенсируется, гиперкомпенсация происходит, чтобы был баланс. Поэтому я уверен на 100%, что, слушайте, я сколько раз видел каких-то старух в отношениях, а у красивых людей часто очень много комплексов. Понимаете, очень красивых людей очень много комплексов. Много нарциссов. А нарциссизм с чем связан? Он человек внутренне не уверен, внешне уверен, и он всех пытается внешне убедить. Он оскорбляет других, унижает других, пытаясь себя на их фоне сделать выше. Это проблема, это про нарциссизм, это про неуверенность в себе, про внутренние комплексы. Это пиздец, какая большая проблема у таких, у красивых людей, у многих красивых. Есть люди некрасивые, но офигенные, харизматичные, умные. У них нет никаких проблем. Да, они некрасивы, но у них достаточно других качеств, которыми они гораздо лучше умеют управлять, понимаете? Все это как энергия. Поэтому, конечно же, можно что угодно. Красота, вообще, я вам так скажу, даже вот женщина, да, смотришь на красивую девчонку, как мужик думает? Мы всегда думаем вначале нижней головой, потом верхней. Ты смотришь на нее и думаешь, бля, какая девка офигенная, какая у нее фигура, тебе хочется ее трахнуть. А по факту ты потом с ней переспал разок. И все, а что дальше? Если там ничего нет дальше за красотой, то ты как бы все, на один раз. Ну, может быть, на два, типа, ну, там же невозможно дальше. Это все приедается. Красота – это вот, это вспышка. Это ненадолго не хватает. Ну, и понятное дело, что и совсем уродом ты не хочешь быть. Ты хочешь себе достойного человека, чтобы он тебе нравился, чтобы тебе не было стыдно, чтобы ты восхищался им. Конечно, такое тоже есть. Но я вас уверяю, это далеко не главные вещи. Вообще, а с возраста там тем более начинаешь понимать. Это по малолетству ты ведешься только на обертку. Так, идем дальше. Ребята, так, просто принимаешь это как есть и вперед. Ну, вообще нужно себя всегда принимать, это главное, о чем я говорю, хватит про меня разговаривать. Ну вот, мне 28, когда мне говорят, как будто 34 склад ума. Отлично, есть психологический возраст, есть биологический возраст. Так, такая речь классная, да, спасибо, приятно. Идем далее. Привет, привет, всем ребятки, привет. Будем дальше разговаривать. Так, если что, дай знать, у меня в Казахстане турагентство, можно Бали подумать туры, да? Так, Мадина, пишите мне в директ, где раньше были. Давайте мутиться, я вам прикольные идеи расскажу. Будем ваших ребят, казахов. Правда, мне про казахов, знаете, что рассказали? О, сейчас вам расскажу офигенную историю про казахов. Я когда был на Бали, у меня есть друг близкий. Он мне говорит, Леха, есть туристы, казахи, говорит, самые уникальные. Они очень любят понты, и это типа не стереотип. Говорит, я думал, что стереотип, а на самом деле не стереотип. Очень любят понтоваться, давайте мне самое лучшее, то, все. А по факту с гулькин шиш. И очень, говорит, было очень много проблем с ними. Поэтому это такая специфическая нация. Говорит, нужно под нее себя настроить и уметь. Но это мы на вас что оставим. Вот, я буду свои обязанности выполнять, вы свои. Ну, мы что-нибудь там придумаем. Поэтому пишите, мне реально интересно. На Бали лечу, нужно все что-то придумать интересное, о чем-то что-то мутить. Так, идем дальше.
Привет-привет, Стамбул. Буду 4 числа в Стамбуле целый день. Надо будет с подружанием видеться. Встречаешь по одежке, провожаешь по уму. Согласен. Так, почему всегда в кепке? Из-за волос. У меня волосы длинные. Я люблю длинные волосы, но я не люблю их укладывать, когда дома. Я душ принимаю, и у меня на голове происходит бардак. И если я сниму кепку, я буду лохмачом таким. Обожаю понты. Так. Не, ну, мне нравится, когда понтуются, и как бы понтуются, и есть чем понтоваться. Ну, я вам объясню. Чувак хочет попонтоваться, и там, я это закажу, это оплачу. Я всегда рад таким, думаю, класс. Welcome to paradise. Я обожаю таких кайфариков, которые любят за всех платить и все остальное. Класс, самоутверждайтесь.